Доброй раніцы. Вас вітає інформаційна служба телерадіокампанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенка. Программа социально-экономичного развития станет основой для принятия решений у дальнейшем. Об этом заявил президент Беларуси у заключенном слове на 5-м Всебелорусском народном сходе. Непосредственно на форуме Гомельскую область представили 350 делегатов и десятки тысяч жихаров региона сочили за его работой по телевизийных выпусках. Семья гомельчан Михайловых – это двое дорослых и пятеро детей, один из которых, правда, зараз находится у санатории. Кажут, что будущее края это их особистое будущее. Урэште, миновито тут растут дети, тут им учиться и працавать. А тому и слово керовника державы об тем, что прос 5 годов Беларусь будет квитнеющей, незалежной и утульной для життя, у шмадетной семьи восприняли с оптимизмом. Головное – выкористовывать любой шанс для передольвания тяжкостей, не поддаваться депрессии и упевненно рухаться наперед. Урэште, у здоровым громадстве, как у доброй семьи, коли все разом и объединенные одной метой, усе возникающие проблемы заусёды вырашаются. У нас в семье, как в государстве, возникают вопросы. Мы садимся за стол, решаем и приходим все к одному мнению. Государство помогло квартиру получить. Вот питание получали. Вот. Ну, помощь тоже получили. Документы собираем и можно раз в году получить помощь. Пытание устойливого развития сельской мясовости обмеркуют сегодня на посяджении Гомельского облвыканкама. До того же будут закрануты темы диспансеризации насельництва и выполнения санитарно-эпидемиологичного законодавства. Все подробности в наших наступных выпусках новинок. Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплексу и инженеры по охове працы из усих районов в области проводят мониторинг готовности господарок до жнива. Семинар в учебу прошла в Гомельском районе. Олег Сентеров потекавился оценками специалистов. Коли на дворе не унесет значных коррективов, то жниво на Гомельщине почнется не те просто 3 дни. Причем зарабить его необходимо хоть и напруженным, але рабочим процессом, а не битвой за урожай, как сказали ранее. Человек повинен прийти на працу здоровым и здоровым вернуться до дому. Не в опошню чергу это будет задержать от выполнения правил техники безопасности. Правда, как означают удельники семинара, інший раз потребования контролирующих органов выполнить на практике просто немогчимо. На тем же айчинном комбайне, например, нема места для обовязковой скрини с пяском. Проявить находливость у сельскохозяйственных предприятий пришлось и при эксплуатации сучастых зернесушильных комплексов. Вытворцы не предупредили на их никаких конструкций на выпадок пожару. У вынику чего сушилка сгорает разом с зернем. Теперь на Гомельщине до их добудовывают специальные емкости с помпами. Каштует такая конструкция около 10 миллионов рублей, зато и позволяет позбегнуть неприемных ситуаций. У вогули, как якостно подрыхтоваться до жнива, финансы все лето самое головное. Там, где могут працевать и зарабатывать, там и становишься, не выкликая особливой заклопоч. У нас же и молоко, и зерно, и овощи, и картофель. Мы же больше всех садим картофеля, 1000 гектар картофеля вообще по Гомельской области. Так что у нас еще с этим делом. Так что вот все умеем пока делать. За все свои собственные средства. У сравнения с минулым годом, сегодня ситуация с вытворчим травматизмом у аграрном секторе значно лепш. У галиновом обкаме профсоюзу причину бачить у повышения уваги до этого питания с боку керавництва всех узровнев и узмацнения контролю, у тем лику за здоровьем працующих, у тем же комбинате «Усход» Гомельского района, обовязковый двухразовый контроль у медика. При необходимости он так само терминово выйдет до работников непосредственно на працовное место. Наявность фирменного спецотделения, похоже, не жесткое потребование, а ледовое более настойливое пожидание. У речи это зручно, комфортно и больше беспечно при выполнении работ. У Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК кажут, что ситуация заковой працы кошмат, чем задержать от керовников предприемства. Там, где они не изменяются что год, и коллектив стабильный, и питание оховой працы за счет на контроле, плюс организованный действенный громадский контроль, что, на жаль, покуль означается не усюды. По порядке 1640 человек общественных инспекторов. Ну, если бы эта армия действительно заработала так, как положено, я говорю, мы многие вопросы решили бы. Но если активные, мы их поощряем, подводим итоги, в том числе на республиканском уровне. Олег Сентеров, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».
Семінар по повышенню фінансової адукованості насельніцтва пройшов у Гомелі. На зустрічу собралися журналісти гомельських і районних сродків масової інформації. Гэта зв'язано з тим, що журналісти, каб правильно і докладно доносити інформацію до насельніцтва, самі повинні володати ґрунтовними ведами у тим ліку і у галіні економіки. Удзел у мероприємстві прийняла і наш кореспондент Марина Сівер'янова. Падчас семінара кіраўніцтва Нацбанка адзначае, што зараз больш за ўсё пытанняў, якія ўзнікаюць у жыхароў Гомельшчыны, тычацца дэпазітаў, укладаў, крэдытаў і дэнамінацыі. Што да укладаў, то непаразуменні ўзнікаюць у сувязі з увядзеннем падаходнага падатку на некаторыя іх віды. Нагадаем, норма ўступіла ў сілу яшчэ на пачатку красавіка. Яна тычыцца не ўсіх дэпазітаў, а толькі рублёвых, калі грошы праляжалі ў банку менш як год, і валютных, калі менш за два. Стаўка падатку складае 13%, і плаціць яго неабходна не за основной суммы, а только с процентов, которые заработал укладчик. А кроме того, декретом уведены отзывные и безотзывные уклады. При заключении договора безотзывного депозита махчимость его дотерминового снятия отсутничает, коли только сам банк не сгодится это сделать. У вугле на семинаре отзначено, что финансовая адукованность насельництва находится на достатково высоким узровне у многим дякуючи сродкам массовой информации. Уровень финансовой грамотности населения нашей республики достаточно высокий. Тем не менее, технологии банковских, изменение ситуации в денежно-кредитной сфере требует продолжения и, наверное, активизации работы именно по формированию финансовых знаний у населения. Безусловно, роль средств массовой информации в проведении данной работы значительно повышается. Что тычется деноминации, то, не глядя на достатково активное доведение до громадян не только необходимой агульной информации об этом процессе, але и об его тонкостях, питание все равно застаются. Тому нагадаем еще раз основные моменты. У параллельном звороте старые и новые гроши будут находиться до конца снежня. С 1 кастрычника все банкоматы будут выдавать банкноты только нового узору. До этого часу ими загрузить только их третью частку. Монет банкоматы не выдают. Это можно будет сделать при размене купюр у банку альбо в выгляде сдачи при набытии товаров. Самую великую купюру номиналом у 500 рублей отримать можно только у банку при подаче заявы. Деноминация носит технический характер, тем не менее Нацбанк старается принять меры именно направлены на то, чтобы оно прошло гладко, без каких-либо сложностей. Хотелось бы, прежде всего, довести, и чтобы через средства массовой информации до населения, что в большей степени нагрузка техническая будет ложиться на предприятия, организации, банки. Вот. Население, конечно, будет определенная психологическая нагрузка, связанная с введением монет, введением новых купюр, что потребует от населения уже немножко по-другому ориентироваться при расчетах, уметь ориентироваться в новых деньгах образца 2009 года и в деньгах образца 2000 года. Вот это будет вызывать определенные сложности. Нам бы хотелось, чтобы средства массовой информации именно обратили внимание на то, что население было внимательным. Но, как сказала, технические вопросы, я думаю, решат и правительство, и Национальный банк, организации, банки смогут решить, и мы не испытаем никаких сложностей после ее проведения. І яшчэ адна парада. Каб першы час пасля правядзення дэнамінацыі не блытацца пры разліку новымі купюрамі, распячатайце сабе і сваім блізкім шпаргалкі аб адпаведнасці банкнот старога і новага ўзору. Марына Сівер'янова, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сёння на плошчы Леніна адбудзецца ўрачыстае мерапрыемства, прысвечанае выпуску афіцэраў Гомельскага інжынернага інстытута МНС. У ліку запрошаных кіраўніцтва вобласці і горада плануецца таксама ўдзел міністра па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Вашчэнкі. У сувязі з правядзеннем урачыстасцяў на плошчы Леніна з 15:30 до 17 гадзін часткова будзе абмежаваны транспартны рух. На Гомельшчыне поўным ходам ідзе нарыхтоўка гародніны і ягад. 135 стацыянарных і 25 перасовачных нарыхтоўчых пунктаў штодзень прымаюць новую прадукцыю, якая адразу ж трапляе ў гандлёвую сетку в обласці. Тым, якая прадукцыя часцей за ўсё здаецца насельніцтвам, як яна правіраецца на якасць, цікавіўся Яўген Пабалавец. Руслан Картавенко працуе ў фермерскай гаспадарцы Будакашалёўскага района. Кожны дзень 7 гадзін раніцы ён ужо на нагах. Трэба паспець завесці сабраны з палёў ураджай да адкрыцця нарыхтоўшых пунктаў і рынкаў, каб першыя пакупнікі набылі самы свежы тавар. Самі выращваем экалагічна чысты прадукт. С утра капаем, буквально через несколько часов привозим на рынок. Поэтому тавар всегда свежий. Возим еще помимо картошки огурцы. Вот сегодня я привез кабачки.
Фермерская господарка хоть и постоянный поставщик огороднины, а лишь каждую партию проверяет детально на наявность нитратов и на якость. Амаль при каждом таким нарыхтовшем пункте есть своя лаборатория. Для анализа хапая и 5 граммов продукции. Процедура бесплатная, у вынику дается дозвол на продаж. С этими документами продукция может реализовываться на рынках, магазинах, в торговой сети. Также продукция исследуется на цезий-137. Также эта процедура для населения бесплатна. По Гомельской области таких стационарных нарыхтовших пунктов 135, еще 25 пересовочных. Тут принимают 16 видов продукции – огороднину, фрукты, дикорослые ягоды. Если население не получается, нет возможности привести в тот или другой стационарный объект, мы можем сами к нему приехать и заготовить эту продукцию на месте. При каждом пункте есть склад, где продукция заховывается певный час. Зараз я на тут амаль не залеживается. Праз некалькі годин гэта мяшки с бульбой будут уже у гандлёвой сетцы города. Вот гэта былые конюшни князя Паскевича. Толстые стены, земляная подлога – усё гэта стварае амаль идеальные умовы для склада часового захования продукции. Таму и продукцию везут сюды не только из усёй Гомельской, але нават из Брэсской в области. Вот гэтые клубницы приехали с Лунинца, а капуста со Столина. Ехать хоть и далеко, але есть попыт и прибыток. Усяго сёлета на Гомельщине плануют нарыхтовать больше 20 тысяч тонн ягод и свыше 650 тонн дикорослой продукции. Евген Паблавец, Михаил Рабков, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель. Напередодні означался Международный Олимпийский день. У память про адраджение самого популярного спортивного руху у его сучасном выгляде у разных городах света 23 червня прошли спортивные, культурные и адукационные мероприемства. Не застався у боку от этой подеи и Гомель. Редкие друкованные выдания, присвеченные Олимпийскому руху, представлены у областной библиотеки имя Ленина. Тут можно увидеть миниатюрные книги, значки, марки, которые относятся до другой половы минулого стагодия. Большасть из экспонатов связана с Московской Олимпиадой 1980 года. Есть у экспозиции больше уникальные экземпляры, которые, кроме Гомеля, нигде в Беларуси увидеть нельзя. Это английские и французские часописы, которые были выдадены на мяжи 19 и 20 стагодия. Один из них у вогуле одногодок первых сучасных олимпийских гульнев 1896 года. И он подробязно за фото документовал от атмосферу этой историчной подеи. У Гомеля отбылся открытый кубок Гомельской области по конным спорте. У программы турниру были споборництвы по конкуры, двоеборье и выездцы. Каратей кажучи, были представлены усе основные виды конного спорту. С подробязностями Максим Савин. Гэта традиционные спаборництвы проводятся с прицелом на перспективу. Удел принимают у основным выхованцы областного центра Олимпийского резерва. У гэтым годе со знакомитых спортсменов был только майстер спорту международного класса Александр Фоминов. До речи, он так само выходит за областного цара. Правда, выступал Фоминов поза конкурсу. За медализм агалася молодь. Ну, дело в том, что у нас резерв, и поэтому сейчас выступают в основном дети. То наша задача подготовить именно молодежь. Выполнение разряда в первую очередь и подготовка к Олимпийским дням молодежи, спартакиада Республики Беларусь. Потому что эти года будут уже выступать на республиканских соревнованиях. У программе езды для коней до 4 годов першинствовала Ангелина Фролова. У кюры по программе средний приз номер 1 перемогла Виктория Ярмак. Сребро у Ангелины Фроловой. У малым призе девчины поменялись местами. Першинствовала Фролова, а Ярмак стала другой. У обеих дисциплинах бронзу завоевала Ирина Павлова. Волнение о том, что попадешь в музыку, не попадешь, выполнит ли лошадь все твои элементы, что ты ему предложишь в данный момент. Это как-то волнительнее, чем просто вот у тебя есть схема, ты садишься и понимаешь, что тебе там можно работать и именно вот определенный элемент в определенное время. У юнацких спаборництвах по выездце усе узнагороды вышейшей пробы собрала Анастасия Разванова. И она выиграла попередний командный призы. Стала лепшей и у кюры. До речи, для ее это был дебют. Ранее удельничать в спаборництвах по этой категории выездки Анастасии не доводилось. Подрыхтовка заняла месяц. По кюр мы ехали первый раз, но самое легче, по-моему, предварительный приз. Мы музыку очень долго подбирали, в наушниках ездили, чтобы, ну, как бы музыку чувствовать на лошади. Отриманный на Кубку Гомельской области в опыт уже худко спотребится гомельским спортсменам. Олимпийские дни молоди по трехборье отбудутся уже у липени. У конкуры узнагороды подобного турнира разыграют у вересни. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».
Выглядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Ігнатенко. Мы сочим за развитием подій у Гомелі в области. Заставайтесь с нами.